Юго-восточный умеренный ветер постоянного направления. Температура воды 18 градусов. А волна 2 балла. Страшнейший циклон, который стремительно приближается к нам. Боже! Рассеется, не доходя до побережья. Дамы и господа могут отправляться на морские прогулки. Господа из газет говорят, что если бы вы не сообщали о своих циклонах, то их бы следовало выдумать. Кругом бушуют штормы, а у нас все время солнце. Каждому свое, им банкеты, ну а мне погода. Бебе! Вот мы и дома. Я тебе так благодарна. Подумать только. Европа, Константинополь, Калифорния, Мексика, Каир. 12 медовых месяцев. И ты все еще любишь меня? В 12 раз больше. Жаль, что путешествие позади. Почему?
Кончился праздник, начинаются будни. Приемы, балы, коктейли. На меня не останется времени. Мадлен, мне никто не нужен, никто, кроме тебя. Я начну новую жизнь. Библиотека, одиночество, занятия метеорологии под руководством Арчибальда. Кстати, где он? Арчибальд! Добро пожаловать. Рады, что вы наконец дома, господин Маркес. Не будет ли каких-нибудь распоряжений? Я даже не знаю, чего бы мне сейчас хотелось. Может быть, госпожа маркиза желает отдохнуть? Отдохнуть, безусловно, требуется. Это очень утомительно, кочевать из одного люкса в другой. Аристид, дорогой мой, я буду у себя. А мы вас ждали не раньше понедельника. Господин маркиз? Итак, вот телеграммы, прибывшие за время вашего отсутствия. Надеюсь, погоду ты нам приготовил хорошую. Все туманы я оставил в Лондоне. Чрезвычайно остроумно. Да это же все прошлогодние телеграммы. Более свеженького ничего нет? Впрочем, меня это не интересует. Да, ты будешь мной доволен. Представь, я собираюсь проводить все время там, в библиотеке. Ну, да вы там лет 20 не бывали. А вы помните, где библиотека? Это комната, где очень много книг. А вы что, господин маркиз, собираетесь в библиотеке пить? Нет, работать, читать. Что, без шампанского? Господин маркиз, с вами за время путешествия ничего не случилось? Ничего, кроме того, что я еще больше влюбился в свою жену. Вас не интересует сегодняшняя телеграмма? Нет. А впрочем, что там? Из Нью-Йорка, Дейзи Дарлингтон. Так, приезжают сегодня в Ниццу. О, это же кузина Мадлен. Да. Мадлен, дорогая, сегодня в Ниццу приезжает твоя кузина Дейзи. Дейзи. Моя крошка Дейзи. Я все время слушаю ее по радио. Да, по радио только ее и слышно. Представляешь, весь мир ее знает. Вилла маркиза де Фабла. А, это господин Мустафа Бей. Приехал. Конечно. Обязательно. А, ну что? Только что принесли еще одну телеграмму. Аристид, что-нибудь случилось? Плохие новости? Нет, дорогая. Ничего особенного. Сейчас же звони Мустафе Бею и попроси его немедленно ко мне приехать. Господин Мустафа Бей 15 минут тому назад звонил сам и просил передать, что он обязательно приедет, чтобы засвидетельствовать свое почтение господину маркизу. Господин Мустафа Бей. Очень мило с его стороны, я его приму в библиотеке. Осмелюсь заметить, господин маркиз, такое обилие книг может на непривычного человека неприятно подействовать. Прошу прощения. Надеюсь, он имел в виду не меня? Но, дорогой, я и вправду тебя ни разу не видел в этой библиотеке. Ты так возбужден. Что случилось? От кого телеграмма? Да нет, сущая ерунда. Дорогой, а почему ты спрятал ее от меня? Спрятал? Да. Я просто засунул ее в карман. Мадлен, я надеюсь, ты мне доверяешь. В основном, да, но почему ты не говоришь, от кого телеграмм? Может, ты покажешь хотя бы подпись? Ах, подпись? Пожалуйста. Прошу. Нанси? Префект? Да, префект, города Нанси. Нанси? Префект? А я начала ревновать тебя, дорогой. Прости, я не права, дорогой. Ты, конечно, самый лучший, нежный, кроткий, красивый, бедный. Дорогая, недостатки у меня есть, ты преувеличиваешь. Милый. Ты помнишь, что я тебе много раз повторяла в Венеции? Почти каждый день. Что? Так же, как в Венеции нет ни одного бульвара, так у тебя нет ни одного недостатка. Но несколько улиц там все же есть. А у тебя несколько мелких недостатков? Скользит нам по волне, но жизнь дрожит.
труднее вдвойне. Водовороты сто раз опаснее. Глядишь, и кто-то на дне. И ураган, ни шторм любой не страшен нам вдвоем с тобой. Беду любую с тобой минуем, пока живет в нас любовь. Еще вчера с тобой маме песню пел прибой, и птицы наша камчалась на волну. Пусть многое пройдет, своего лучшего друга, Аристида. Друга? Можно подумать, что вам мешает. Нет, вы мне никогда не мешаете. Наоборот, мои дорогие дамы, при виде вас я радуюсь не меньше, чем верблюд при виде свежей воды в знойной пустыне. Колоссально сказано. Господин Мустафавей, ходит слухи, что вы сторонник многоженства и успешно пропагандируете. Я многоженец? Колоссальное заблуждение, колоссальное. Может быть, эти слухи ходят, потому что я уже 6 раз был женат? Но ко времени заключения нового брака я каждый раз был уже разведен. Не больше одной жены сразу. Это мой принцип. Колоссально, колоссально. Вылезайте, мадемуазель, вылезайте. Колоссально, колоссально, голубки вы мои. Как же я вас оставлю? Ах, эти проклятые дела. Я с юных дней живу в Европе, но мне милей Константинополь. Там у каждого по 40 с лишним жен в гареме, и жена любая радость не бремя. Здесь лишних слов не скажут мужу, всегда готов обед и ужин. 40 жен вокруг тебя, а ты здесь только один. А на 40 с лишним жен один и муж, и господин. Покорно и застенчиво они днем и вечером тебя готовы ждать. Курму и груши сочные, сладости восточные спешат тебе подать. Тебя не будут спрашивать, где был до темна. Ни младшая, ни старшая, ни средняя жена. И ждут вас не проклятия, а ласка и объятия, покой и тишина. Я с юных дней живу в Европе, но мне милей Константинополь. Одна Люба нас пускай не судит строго, в многоженстве преимуществ очень много. Одна жена тебя расстроит, но рядом та, что успокоит, скажет добрые слова и гнев умерит слегка. По крайней мере, хоть одна из 40. Хватит. Я тронут. Тронут. Девочки, по домам. Тебя не будут спрашивать, где был до темна. Ни младшая, ни старшая, ни средняя жена. И ждут вас не проклятия, а ласка и объятия, покой и тишина. Адье! Адье, Николь! Адье, Натали! Адье! Адье, Мари! Адье, Сюзан! Адье, мадемуазель! Адье! Адье! О, Аристи!
говорит, салам алейкум. Наконец-то твое свадебное путешествие закончилось. И как это ты выдержал столько? Это было божественно. О, кому ты это рассказываешь? Я это столько раз переживал. Ты опять холостяк? Конечно, ты же знаешь, каждый раз, когда мой милый папа переводит меня в новый город, я женюсь. А когда меня переводят из него в другой, я развожусь. Не дороговато ли? О, зато спокойнее. Каждая бывшая жена получает деньги и небольшую виллу на Ривьере. И расстаемся мы лучшими друзьями. Да, ну теперь к делу. Имею честь объявить тебе, что сегодня вечером состоится ежегодный бал в Савойе, куда я приглашаю тебя, чтобы ты смог развлечься после столь длительного свадебного путешествия. Мустафа, я в ужасном положении. Ты помнишь Тангалиту? Твою последнюю? О, это был высокий класс, колоссально высокий класс. Помнишь, какой ценой я от нее отделался? Да, помню, что дорогой ценой. Только вот не помню, сколько на чеке было нулей. Я предложил ей чек, но она очень рассердилась. Значит, дорогой Арестит, на нем было маловато ноликов. Ну, конечно, ты должен был прибавить всего один нолик. Мой папа, Ага-паша, всегда говорил: «Мютекайдини эминюни, малме дурлигюни». Что это значит? Это значит, что одним ноликом на чеке больше и одним ненужным человеком на твоем пути меньше. Ну, чувствуй себя как дома. А, нулей там было предостаточно, но она их все перечеркнула и вместо них написала вот что. Тот, чья подпись стоит на чеке, обязан явиться к владельцу чека по первому требованию. Чек на свидание? Колоссально. Колоссально. Я подписал этот чек только чтобы освободиться от нее. Освободился. Но сегодня, как только я вступил на порог, вот, приносят телеграмму. Кошмар какой-то. Сегодня в полночь на балу в Савое маркизу де Фобла предъявят к платежу определенный чек. Рассчитываем на то, что вы джентльмен. Префект Нанси. Префект Нанси? Ты же знаешь Тангалиту. Условленный псевдоним. Колоссальный псевдоним, колоссальный. Придется идти, чек из чек, мой милый, с префектом не шутят, так что... Бедная Мадлен. Она так радовалась, что мы сегодня будем дома. Ну, что я скажу ей? Успокойся, друг мой. Пусть моя следующая жена будет последней, если я не вытащу тебя в собой. Я что-нибудь придумаю, что-нибудь необычное, что-нибудь сногсшибательное, что-нибудь колоссальное. Аллахай охмит, аллахини тут не чини, эчмержни. Хорошо, хорошо, хорошо. Мисс Дарлингтон! Мисс Дарлингтон, вы надолго к нам? Вы будете мне спасить, мисс Дарлингтон? У вас здесь есть друг? Конечно, старомодничаем в Америке, да? Мы завоевали всю Европу. Мы покорили здесь все сердца. Я благодарю вас, благодарю. Ваш прием тронул меня. И в благодарность я подарю вам свою новую песню. Быстрее с каждым годом времени бег. Стрелой летит за модой 20-й век. Забыты нынче танго и фокстрот. Ритм не тот, и темп не тот. С рассветом до заката в холод и в жар. Летят, спешат куда-то молод и стар. Меняясь, как погода, сейчас диктует мода другой репертуар. Кенгуру, последний крик сезона, кенгуру, oh yes. Кенгуру, а молодым и старым понутру, oh yes. А пришел и сразу покорил Берлин, Мадрид, Париж и Рим. Свел с ума он даже Анкару, он всем по вкусу и французам, и зулусам танец. Кенгуру, последний крик сезона, кенгуру, oh yes. Кенгуру, а молодым и старым по нутру, oh yes. Он пришел и сразу покорил
Берлин, Мадрид, Париж и Рим. Кенгуру, кенгуру, все танцуют кенгуру. Дейзи, рад видеть вас. О, мистер Аристид. Мисс Дарлинг. Эти молодые люди любезно проводили меня. Они очень милые. Спасибо. Goodbye. 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 Bye-bye. Ну, вот, наконец-то я у вас. А кто этот джентльмен, который на меня так пялит глаза? Пардон. Мой друг Мустафа Бэй, мисс Дейзи Дарлингтон, кузина моей жены. Hello. Послушай, вот эта женщина потрясающая, очень высокий класс, просто оричмадиди и чмаш. Мадлен! О, Дейзи! О, ты чудесно выглядишь. Все, муж? Да. Пойдем, дамам, есть о чем поговорить. Ты мне все расскажешь, все-все. Идем. Мустафа, идем, шею свернешь. Восхитительно, очаровательно, мой папа Агапаша всегда говорил, любая красавица стоит не больше половины состояния. Это тот редкий случай, когда он не прав. Идем. А теперь я скажу тебе, почему я так срочно уехала из Америки. Почему? Ты, конечно, слышала о таком композиторе Хозе Пасадобле. Да, еще бы. Его песни очень популярны. Но он весьма таинственной личности. Его никто никогда не видел. Верно, Мадлен. Оставайся сидеть. Так будет лучше. Потому что известный композитор Хозе Пасадобль перед тобой. Где? Я, Хозе Пасадобль. Ты поняла? Что? Мой милый папочка когда-то решил, что мое счастье будет полным только в том случае, если я выйду замуж за сына шоколадного короля Бобби. Понимаешь, я хотела стать композитором. Ты же знаешь, я с детства музицировала. Мы с отцом заключили пари. Если я вдруг прославлюсь как композитор, тогда я сама могу выбирать себе мужа. А чтобы отец мне не мешал, я взяла себе псевдоним Хозе Пасадобль. И вуаля, я все-таки прославилась. Дейзи, никто и не подозревает. Безусловно, никто. И сегодня же на балу в Савойе я всем открою, кто такой Хозе Пасадобль. Да, это будет сенсация номер один. Пари я выиграла, и это главное. И могу плевать на Бобби. Настояла на своем? Безусловно. Ты, конечно, придешь на бал. На бал? О, это было бы чудесно, но, к сожалению, не смогу. Аристид так радовался, что сегодня мы будем дома, что мне не хочется его огорчать. Вы здесь, в Европе, какие-то все старомодные. Окей. Поступай, как знаешь, я не обижусь. Доставь ты в покое газету. Там же не написано, как я сегодня вечером попаду на бал в Совой. Ты думаешь, не написано? Написано еще какими большими буквами. Аристид-то спасен. Вот. Кто вы, Хосе Пасадобль? Сенсация номер один. Сегодня вечером на балу в Совой известный композитор наконец-то скинет маску. Не понимаешь? Ничего не понимаю. Ай, Хозе Пасадобль, твой спаситель. Не знаю я никакого Хозе Пасадобля. Никто не знает в этом все дело. Скажем, Мадлен, что твой старый друг, он сегодня будет на балу, мечтает тебя видеть. Понял, это, кажется, идея. Это колоссальная идея, просто колоссальная. А если Мадлен захочет пойти? Ваш багаж прибыл. Только ручная кладь. Она не сможет пойти на бал, ей не в чем будет идти. У меня дома есть еще один фраг. Вот повезло. Колоссально повезло. Может, ты знаешь Пасадобля? Я? Откуда? Здесь его вообще никто не знает. Мы расскажем твоей жене правдивую историю о том, как Хозе Пасадобль где-то, когда-то спас тебе жизнь. Да. И что ты должен пойти, потому что он тебя ждет.
Иначе это было бы невежливо. Увидишь, как правдиво я ей все это поднесу. Вот что пишет тебе по старой дружбе Позадобль. Перо мне. Маркизу де Фобла, Ницца. Выступаю сегодня на балу в Савое. Очень надеюсь увидеть тебя. Обязательно пригласи своего лучшего друга Мустафу Бея. С уважением, Хозе Позадобль. А? Разве не гениально? Да, но... Никаких но! Это гениальная идея, колоссально гениальная. Арчибальд! 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 Я же вас зову с этой стороны. Арчибальд, у меня к вам просьба. Слушаю. Пожалуйста, встаньте у той двери и подслушивайте. Это моя профессия. Арчибальд, вы будете слушать из этой комнаты. И как только вы услышите, что я сказал, вот увидишь, твой старый друг Хозе Позадобль даст о себе знать еще сегодня, вы войдете и громко скажете, только что по телефону передали телеграмму. Понятно? Вот увидишь, твой старый друг Хосе Позадобль даст о себе знать еще сегодня, вот увидишь, твой старый друг Хосе Позадобль даст о себе знать еще сегодня. А рука в кимоно. Представляешь? А что ты делаешь сегодня вечером? Как что? Сегодня же все идут в Савой на бал. Дорогой, как хорошо, что мы проведем этот вечер вдвоем, у себя дома. Правда? Да, конечно, я тоже очень рад. Значит, ты нас покидаешь? Да. Да, надо собираться. Очень жаль. Мне тоже. Мне нужно часов 6, чтобы привести себя в порядок. Ай! Сегодня бал обещает быть особенно интересным. Правда? Сегодня выступает старина Хозе Позадобль. Ну, кто бы мог подумать, что наш старый добрый друг Хозе Позадобль станет такой знаменитостью. Так вам знаком композитор Хозе Позадобль? Как? Старина Позадобль? Знаком ли он мне? Ха-ха. Да он один из наших самых лучших друзей. Особенно Аристида. Аристида? Один из его самых лучших друзей? Ну, не самых лучших, просто мы с ним оказались в одном ресторане. Ты так говоришь о человеке, который спас тебе жизнь. Что? Позадобль ему спас жизнь? Да, спас, и именно ему. Позадобль спас Аристиду жизнь? Да, да, да. Очень интересно, ты мне никогда об этом даже не упоминал. Все это немного преувеличено, но... Как преувеличено? Клянусь вам, никакого преувеличения. Я все отлично помню и сейчас расскажу. Это произошло во время последней корриды в Сан-Себастьяне. Трибуны были переполнены тысячемиллионной толпой. Цветы, музыка, яркие краски. Все волновалось и шумело. Слушай, Мустафа. Я говорю, волновалось и шумело. Да, вот мы с Аристином сидели рядом с известной актрисой Марлен Дитрих. Вы знаете Марлен Дитрих? Да, по имени. Твоя жена знает по имени Марлен Дитрих. И вдруг, неожиданно, эта самая Марлен Дитрих роняет на арену свою сумочку. Понимаете? Колоссальная сумочка. Ей подарил ее за день до этого Чарли Чаплин. Вы знаете Чарли Чаплина? О, да, конечно. По имени. О, твоя жена знает по имени Чарли Чаплина. И тут Аристид прыгает на арену, чтобы поднять ее сумочку. В тот же момент на арену выбегает бык. А, за ним Никанор с Кокорой. И Трагадор с Кавалорой. И тут же Аристид, бледный, но очень элегантный, в черном фраке с роскошной хризантемой. А на голове красный цилиндр. Почему красный? Ну, коррида. Понимаю. Бык, увидев Аристида, совершенно обалдел. Но он быстро очнулся и свирепо рыча бросился на него. И в самый последний момент, когда я мысленно уже распрощался со своим дорогим другом, на выручку пришел Хозе Позадобль. Я вам говорил, что Хозе Позадобль был тогда капельмейстером. Очевидно, не успели. Это нехорошо с моей стороны. Он был тогда капельмейстером военного оркестра. Как я уже говорил, в самый критический момент Хозе Позадобль поднял свою дирижерскую палочку, и оркестр заиграл свою лирическую праздничную мелодию, при звуках которой Торо тут же остановился, замер на месте. Какой такой Торо? Торо... Быка так звали, ну? А, значит, этот бык замер ни с того, ни с сего. Я разве не говорю, что оркестр заиграл национальный гимн? Ну, бык и остановился, он же был местный. Все ясно? Ясно, ясно. Ну и пока бык так стоял, Аристид очень ловко поднял сумочку и... Аристид был спасен, вот.
как я уже сказал, бледный, но очень элегантный, он подал сумочку прекрасной Марлен, которая ласково спросила: «Чем я могу вас отблагодарить, маркиз?» И вы знаете, что ответил Аристид Марлен? Что? Вы бы посмотрели, все ли цело? Они что, сошли с ума? Посмотрим, что дальше будет. Ну, а позже мы выпили 12 бутылок выдержанной тарантеллы. И потом ты ему сказал: «Хозе Пасодобль, вы спасли мне жизнь, этого никогда, никогда не забуду». Да, именно так я и сказал. Значит, он приехал в Ниццу? Да. Вот увидишь, твой старый друг Хозе Пасодобль даст о себе знать еще сегодня. Вот увидишь, твой старый друг Хозе Пасодобль даст о себе знать еще сегодня. Вот увидишь, твой старый друг Хозе Пасодобль даст знать еще... Вот увидишь, твой старый друг Хозе Пасодобль даст о себе знать. Господин маркиз, эту телеграмму только что передали по телефону. Сказали срочно. Телеграмма? От Пасодобля? Бывает же такое. Можно я прочитаю? Конечно, пожалуйста. Дорогой де Фобла, сегодня выступаю в Савое. Очень надеюсь увидеть тебя обязательно. Пригласи своего лучшего друга, Мустафу Бея. С уважением, Хозе Пасодобль. Какой чуткий человек этот месье Пасодобль. Он и меня не позабыл. Теперь ты понимаешь, в чем дело? Конечно, понимаю. Он решил идти на бал. Нет, это невозможно. Сегодня мы с женой остаемся дома. Как? Ты хочешь подвести лучшего друга Пасодобля? Вы же понимаете положение Аристида. Он не может не пойти. Нет, если Аристид передумал... Только если ты пойдешь со мной. Конечно, пойду. А? Нет, не могу. Мой багаж еще в пути, к сожалению. Там мои платья, туалеты, все. Ай, прекрасно. Ужасно. Ужасно? Мои наилучшие пожелания твоему другу Пасодоблю. И мои тоже. Дорогая, ты видела, нам прислали новейший роман Агаты Кристи. Ты почитай, а я скоро вернусь. Колоссальный роман, просто колоссальный. Хорошо, дорогой, почитаю. Первый же вечер дома он лжет мне. Рассказывает сказки о Хозе Пасодобле, о котором никакого понятия не имеет. Не принимай все так близко к сердцу. Бывает и хуже. Моя подруга Кристина недавно застала мужа с танцовщицей. Она ему писала от имени, кого бы ты думала, губернатора Нью-Йорка. Что? Как ты сказала, губернатора Нью-Йорка? Да, губернатора Нью-Йорка. Так... Вероятно, префект – родственник губернатора. Что это значит? Аристид получил сегодня странную телеграмму. От префекта города Нанси. Что ты будешь делать? Пойду на бал в Совой. Если, как я думаю, он там женщиной, я поступлю точно так же. Точно так же? Значит, ты хочешь явиться в Совой с дамой? Конечно, не с дамой. Клянусь тебе, что первый попавшийся хоть немного привлекательный мужчина будет моим сегодня же вечером. Бебе! Пожалуйста, позвоните в салон месье Альберу и скажите, что у меня срочный заказ. Бебе, скажите, что не позже 9 мне нужен вечерний элегантный туалет. Ой, госпожа идет на бал. Бебе, еще скажите, что... Он должен быть вызывающим. Ну, что-нибудь такое, в чем порядочная женщина на бал не пойдет. Как интересно. Бебе, пожалуйста, ни слова господину маркизу. Ну, так это же моя профессия. Да, замужество, оказывается, имеет свои минусы. Обдумай все еще раз.
Измена за измену. Обман за обман. Что тут думать? В первый же вечер меня бросают одну. Законному мужу жена. Так рома должна быть верена. У порога сидит, на дорогу глядит, не зная покоя и сна. Решила посмотреть, кто он такой. Ваша старина Посадобль. Ой, вы идете в Савой. Значит, мы там увидимся? Увидимся? Вполне возможно. Я хотел вас кое о чем спросить, пока мы вдвоем. Я слушаю. Мисс Дейзи, что вы думаете о браке? А почему это вас вдруг заинтересовало? Понимаете, в таких вопросах я привык доверять своему сердцу. А в вашем присутствии оно начинает буйствовать. Вот так. Это у меня уже не первый раз и всегда перед женитьбой. И часто вы женитесь? Нет, у меня было всего 6 жен. О, боже! Но ни одна из них не имеет ко мне претензий. Каждый раз я составлял брачный контракт, по которому жена обязывалась дать мне развод по первому же требованию. В таком случае она получала деньги и виллу на Ривьере. Заманчиво. Значит, я могу надеяться? При одном условии. О! Если вы сегодня вечером... Пожалуйста. Познакомите меня со своим... Пожалуйста. Старым добрым другом. Пожалуйста. Посадоблем. Пожалуйста. Мисс Дейзи. Ну зачем вам понадобился этот старый Посадобль? Прошу вас, будьте сегодня моей партнершей. Вот увидите, мы станем самой элегантной парой, как, например, Тристан и Изольда, или как Ромео и Джульетта. Скорее, как мистер Блэк и Лизи Штерн. Они в Нью-Йорке самая элегантная пара. Знаменит дуэт, каждый новый пируэт вызывает восторг. Посмотреть их канканы, люди через океан приезжают в Нью-Йорк. В море ярких огней утопает вечерний Бродвей. И боксер, полисмен, и актер, все кричат им окей, о, мистер Блэк, манишка, как снег, о, Леви Штерн, вся шики модерн, им дарит роз.
мистер Блэк. Манюшка, как снег, улыбочка, вся шутки модерн. Им дарит розы, галерка и портер, такие звезды, лишь варьете. Вы не Штерн, я не Блэк, но таких партнерш вовек не встречал я, увы. До сих пор лишь во сне такой партнер попадался, как вы. Если вместе начнем танцевать мы вечером и днем полонез и кабот, экусез и фокстрот, всех за пояс заткнем. О, мистер Блэк, манишка как снег, о, леди Штерн, вся шики модерн. Им дарят розы, галерка и портер. Такие звезды бывают только в балете. О, мистер Блэк, манишка как снег, о, леди Штерн, вся шики модерн. Им дарят розы, галерка и портер. Такие звезды и шварьете. Мистер Блэк, мистер Блэк. Леди Штерн, леди Штерн. Мистер Блэк, мистер Блэк. Леди Штерн, леди Штерн. Им дарят розы, галерка и мартер. Такие звезды, лишь варьете. Этот зеленый цвет? Уф. А валь мне даже идет. Что-то я в них еле влез. Сам туалет, конечно, странный. Не торопитесь, господин маркиз. Впрочем, это то, что я просила. Скоро Мустафа приедет. Чем больше открыто, тем лучше. Ну как? Узнают меня в Савойе? Узнают. Тебе не кажется, что я за этот год слегка пополнял? Ах, нет, не так. Всего килограмма на два, может, на три. Это нехорошо. Так. Раз вы принялись за старое, быстро сбросите. Ты так думаешь? Чтобы не мешало, вуаль. Ага. Господин маркиз, вы совсем как прежде, как будто и не начинали новую жизнь. Ага. Господин маркиз, вы еще помните ту песню, которую всегда напевали, отправляясь навстречу опасностям, то есть навстречу дамам? Простите, я хотел сказать, отправляясь на поиски приключений. Помню. Живи на свете легче, проще живи. Проще живи, проще живи, все на земле не вечно, кроме любви, кроме любви одной. Мужчины все без исключения не мыслят жизнь без приключения. А с тобой, друг, сомнения, едем с тобой. Едем с собой, с собой. Мужчины все без исключения не мыслят жизнь без приключения. А сам мой друг сомнения. Едем с собой, с собой.
Пардон, а? Слушаю. Отдельный кабинет, пожалуйста. Дамы и господа, спешу вас обрадовать. Сейчас нас осчастливит своим присутствием сеньорита Тарголита. Сенсация. Сюрприз. Невероятно. Божественно. Какой сюрприз. Вы снова на балу в Савое. Дорогу Тарголите. Вы одна? Я никогда не бываю одна. Вы выступите на балу? Иначе зачем вы здесь все собрались? О, вы знакомы с композитором Пасадоблем? Нет, но он меня наверняка знает. А вы знаете, что это такое? О, мне кажется, это чек. Правильно. Это все, что осталось от маркиза де Фабла. Да. Я его любила. Да. Полгода я была ему верна. Неужели? Почти полгода. О. Он меня бросил. Это бывает. И имел наглость предложить мне деньги. И это бывает. Я, конечно, зачеркнула сумму и написала одно свидание. Но по первому же требованию. О, это так похоже на Тарголиту. И сегодня он оплатит мне чек. Ну, а если маркиз во браке счастлив, тогда он не придет. Что значит счастлив? Все мужчины предпочитают бурные волны любви тихой семейной пристани. Но, может быть, и он... Он здесь будет. Обязательно будет. А, прошу простить. Не зря меня прозвали Тарголитой. Танцую танго я с юных лет. За мною повторяют как молитву любое слово, любой куплет. Когда я в сногсшибательном наряде, как фея появляюсь на эстраде, ловлю я восхищение в каждом взгляде, я улыбки дарю в ответ. Меня прозвали Тарголитой, сверкает всюду звезда моя. Андре? По 12-й кабинет, полный ассортимент. Понял? Уже оплачено. О! О-ла-ла! О-ла-ла! Здравствуйте. Два небольших турецких и кондея. Сию минуточку. Как дела? Пардон. Дела отлично, но не безнадежно. Да. Господин маркиз, мы безмерно счастливы снова видеть вас в Савойе. Помироль, о, старый негодяй. Господин Арестит, вы, как всегда, остроумны. Безусловно. И вы тоже торгуете? Прошу прощения, дорогие мои, но, увы, я очень тороплюсь. Важное дело. Арестит! Рад тебя видеть в Савойе. Ну, как ты себя чувствуешь после целого года супружеской жизни? Превосходно.
Превосходно. Ну вот и прекрасно. Да, между прочим, в этом году здесь довольно много хорошеньких женщин. Да-да. Мсье Мустафа, я очень рад, что вы оказали честь собой. Да, в этом году много новых хорошеньких. Например, посмотрите, дама в зеленом с птичкой на голове. Пожалуйста, коктейль мне. Шампанское, шартрез, джин, водка, все. Крепкая смесь. Да, я ее раньше не видел. Слушай, Мустафа, я понимаю, что этого не может быть, но эта женщина напоминает мне Мадлен. С ума сошел? Это бред женатого мужчины. В каждой второй женщине он видит свою жену. Успокойся, Мадлен сейчас сидит дома и читает Агату Кристи. Я приглашу ее на танец. Бьюсь сам заклад. Она расскажет тебе душераздирающую историю о том, что она падшая вдова павшего на войне генерала. Иду. Помероль, у меня к вам, дружище, есть разговор. Помероль, я встретил одну женщину, колоссальную женщину. Короче, я опять безумно влюблен. Значит, господину Мустафе скоро придется покупать еще одну виллу. А позвольте узнать, кто эта счастливица? Она американка. Помероль, если она будет расспрашивать обо мне. Я надеюсь на вашу деликатность. Господин Мустафа, это моя профессия. Отлично. Отлично, но не безнадежно. Господин Мустафа... Нет. О, мистер Мустафа! Куда вы пропали? Я был занят решением чрезвычайно важной дипломатической проблемы, мисс Дейзи. Пс-пс-пс. Вы решили эту проблему? Да. О, помероль. Два моих специальных восточных коктейля. Будет сделано. Я успела тут кое-что разузнать про вас. Кое-что? Да, мне не нравятся две вещи. Только две вещи? Во-первых, все ваши браки слишком кратковременны. Чем короче брак, тем продолжительная дружба. Во-вторых, все ваши жены жаловались, что вы женаты только по вечерам. А днем считайте себя холостяком. Мой папа, ага, паша, всегда говорил. Гизлахини, гизлахини, юмрук, добрдой, хычкак. Хычкак. Так что же сказал ваш папочка? Жена должна быть как луна, ночью появляться, а утром исчезать до вечера. Very nice. Мисс Дейзи, как насчет моего предложения? Ни одну свою жену я не любил так, как вас. Может быть, это даже интересно, приручить такого, как вы. Вот посмотрите, типовой брачный контракт, который я предлагаю в таких случаях. Он у вас всегда с собой? По вечерам всегда, вдруг понадобится. Все отпечатано, нужно только вписать ваше имя. Ненужное вычеркнуть. А, два восточных коктейля. О, вы его не потеряете? А? Ой, мистер Мустафа, может быть, я и приму ваше предложение, но... Что? Вы должны меня познакомить. Пожалуйста. Со своим старым другом. Пожалуйста. Посодоблем. Пожалуйста. Ой. Ну, сдался вам этот чертов Позадобль. Он вам не нужен, доверьтесь мне, самому ласковому, великодушному, щедрому из мужей по обе стороны Босфора. Мне, папа, которого ага-паша, завидев красивую женщину, никогда не мог удержаться от того, чтобы не сказать, что... Признаться до этих дней не знал Мустафа врачей, а сегодня, кажется, занемог, рука не чую и ног. Я днем хожу, как во сне, а ночью не спится мне. Не пойму никак, что тому виной, что случилось со мной. Здесь нет секрета, это знает любой, знает любой, знает любой. По всем приметам это любовь, это любовь, любовь. Вы объяснили все прекрасно. Глотал таблетки я напрасно. Здесь не спасут лекарства. Это любовь, это любовь, любовь.
своей. Все мужчины утром и в час ночной ждали встречи со мной. Ах, как была я глупа, но зачем мне эта толпа? Если дорог стал мне всех мужчин, нынче только один. Здесь нет секрета, это знает любой. Знает любой, знает любой. По всем приметам это любовь, это любовь, любовь. Вы объяснили все прекрасно. Читала книжки я напрасно. Ведь без книжек ясно, это любовь, это любовь, любовь. И блондинки, и брюнетки, сердце умелые, кокетки, тоненькие, пухленькие, длинненькие, маленькие, беленькие, черненькие, желтенькие, красненькие. Все они красивенькие, дамы наши миленькие. Кто-то любит жить в ривере, кто-то в театре на примере, кто-то любит только свадьбы, только белые усадьбы. Море, яхты, слов не хватит, описать умнее страсть. Все-таки бесспорно модно быть любимой, жить свободно. Но блондинки и брюнетки, сердце милые, кокетки, тоненькие, пухленькие, длинненькие, маленькие, беленькие, черненькие, желтенькие, красненькие. Все они прекрасные, да, здесь нет секрета. Это любовь, это любовь, любовь. Я, к сожалению, вечером занят. Жалко. Очень жалко. Вероятно, тоже с дамой. Но это через 2 часа. А пока давайте поболтаем. Значит, ваш муж здесь, в Савое? Я понятия не имею. Может, и здесь. Представьте, он мне изменяет. И вы ему хотите отомстить, не так ли? Вы думаете, я должна отомстить? Не представляю, как можно изменять такой очаровательной женщине. Я не представляла до сегодняшнего дня. Еще вчера судьба была ко мне добра. И я жила легко и вдохновенно. Но счастье мы порой слепы, где розы есть, там и шипы. О, где кроется измена. Любовь, любовь, не долг твой час, и ноша твоя нелегка. Любовь, любовь, загадка для нас на все. Как мила она, любовь во мне зажгла, и блеском глаз, и задушевным словом. А как умна, как сложена была такой моя жена, я бы клянусь, в нее влюбился снова.